Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда 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 Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самайоктам Бриндаванам Манохар Ванша Калпатару Ваша Кипа Синда Бевачу Патитанам Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхэти Гирим Ятки Патам Ханг Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кешавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудирай Санкитане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакхи Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчудохам Дитасвадам Сивабиринчанутам Сараньям Битатихам Панатопал Бхавадипотам Банде Махапурусате Чарнаравиндам Ятпада Паллаванаха Чандамани Чатая Бисвуржита Кимапикапавадусвадарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакифам Куруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодату, санкитанай кавитаро камала ятакшу, вишам бару дижа бару югодхарма пало. Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджаша Бадане Лакшмир Джасса Чабакшаши Джасястиде Самбихид Твам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна Харе Кришна
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Джошо Шакшад Бхагавати, Гянади Пападе Гуру, Марто Швадхи Шутам Тасо, Сарвам Кунджара Саучавад, Джошо Шакшад Бхагавати, Гянади Пападе Гуру, Марто Швадхи Шутам Тасо, Сарвам Кунджара Саучавад. Гаурия Гошипати, Сисила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Гаудия Гошипати Сисила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Гурупад Падма, он трансцендентный и прозрачный медиум, через которого мы можем видеть все в том трансцендентном мире. Гаудия Гошипати Сисила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Гурупад Падма, он подобен трансцендентному и прозрачному медиуму, посреднику, через который мы можем видеть, что есть что в том апракрита, трансцендентном мире. Апракрита Васту, Каб, Кобхугу, Апракрита Гочарон, но мы много раз говорили об этом. Шрила Прабхупад, он также часто говорил, что Гуру Вайшнавы и Бхагаван, они оставляют за собой право не быть открытыми нашим органам чувств. Мы должны помнить об этом, что Гуру Вайшнавы и Бхагаваны, они оставляют за собой право не быть открытыми нашим материальным органам чувств. И также мы знаем из Упанишад, мы знаем много таттвы. Мы слушаем эту таттву, но не всегда мы сможем осознать это, но все время слушаем. Но осознать об этой трансцендентной таттве Гуру Вайшнава Бхагавана не всегда можно. И также мы сомневаемся, как это возможно, что Гуру Вайшнавы, они так же, как и мы, едят, спят, как мы, как они могут стать трансцендентными. И мы также после их смерти погружаем их тело в самадхи. И в чем же концепция об апракрита-таттве? Или кто-то может думать что-то? И вот также говорится, и наш Гуру-варга также говорит, Гуру Вайшнава и Бхагаван, они оставляют за собой право не быть открытым нашим органам чувств. Особенно в Гите мы можем узнать о том, что с помощью нашего ума, материального ума и других органов чувств, мы всегда пытаемся понять эту Бхагават-таттву, Гуру Вайшнава-таттву все время. И это наши такие непрерывные попытки, но мы забываем, что апракрита вас, вот эту шлоку, если мы используем всю нашу силу, наш разум и все, что у нас есть, мы нет гарантии, что мы станем успешными, а вероятнее всего пойдем. И в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, и вот это Гита 7 глава, то ли 4 шлока, то ли какая-то такая. И вот наш материальный ум, наш разум, все наши органы чувств, ложное эго, все. Это различное представление практики, пракрити. И вот 8 различных
этих проявлений. Вот Махарадж перечисляет, и как это возможно для нас думать об этом и получить ответ, что же происходит в том трансцендентном мире. Это естественно, что мы будем сомневаться о гуру Вайшнава, Бхагаване, о их дхаме, о наме, это естественно. Но это моя просьба и вопрос к вам, почему бы вы не спросили этот вопрос у вашего Гурудева перед тем, как получать посвящение? Если у вас нет шрадхи и веры, если у вас вы полны сомнений, то вначале вы должны прояснить все эти запутанные эти моменты, получить ответ и потом только принять дикшу, иначе наша дикша, она станет бесполезной, не настоящей. Она не будет настоящей дикшей. Перед получением дикши мы должны спросить у гуру вайшнавов, и потом, если их ответ удовлетворит наш запрос, конечно, в процессе баджана могут другие вопросы возникнуть, но перед тем, как войти на путь трансцендентного Адхата Брахма Джигеса, Адхата Татва Джигеса, у нас самовопрошение должно быть. И если вы через 20 лет, у вас такое сомнение возникает, то что делать? Поэтому я начал с этой шлоки, с Шримад Бхагаватам, которая произнесена Кришной в Удаве. Я объясню ее. И также я, несомненно, отвечу на все ваши вопросы. Я попытаюсь ответить. Но также в Бхакти Расамрита Синдху Шрила Джива Госвамипад, он пишет, приводит какую-то шлоку, Шрила Рупа Госвамипад, он вот, составил шлоку и объясняет. И там говорится, и вот Бхакти Расамрита Синдху можно найти такую шлоку. И я также сказал, согласно Шриле Прабхупаде, что логическое понимание не может находиться на пути к абсолютной истине. Это и также здесь практически то же самое говорится. И каков признак трансцендентного? Это то, о чем наш ум не может осознать это. Наша рациональность, наш такой мирской разум, ачинтья, это слово значит непостижимое. Материальные философы, они также используют этот термин для каких-то случаев. Ачинтья значит непостижимое. Мы не можем думать об этом, но в то же самое время есть какое-то прекрасное значение. Согласно Гаудия Даршану, ачинтья значит непостижимое, то, что мы то, что непостижимо для наших материальных органов чувств и ума, но все же возможно. Возможно узнать эту трансцендентную апракрита татву с помощью премы, любви. И также из Упанишат мы знаем, что и вот из Катха Упанишат такие слова: «На аям мистерия атмы, параматмы, она непостижима». Слушая лекции Правачанади Лабхья, мы можем
пытаться понять эти лекции, но если мы очень разумны, и вот на и когда мы много слушаем, много читаем различных книг и прочего, хотя Рупа Госвами Патон уже сказал, что если вы изучаете много книг, то если у вас нету такой непоколебимой веры, а есть она или нет, это еще один вопрос. И вот если вы, не имея такой сильной веры, изучаете различные бесполезные книги, то в итоге только запутаетесь в своей жизни, вы не сможете понять. И вот поэтому Рупа Госвами Пад Бхактирасамрита Сингху говорит, что изучать слишком много этих книг, чтобы стать пандитом, это такие усилия, они бесполезны, и мы не станем успешными с помощью этого. Или если кто-то хочет изучить слишком много искусств и профессий, но Рупа Госвами Пад говорит, что нет, толку от этого нет, слишком много изучать всего подряд. Это запрещено, поскольку ведет только к сомнениям и к запутанности. И это не поможет нам на пути нашего баджана. И вот Наям Атма Правачанаде Лабхья. Но мы можем узнать мистерию Атмы, когда эта Атма примет нас. Когда эта атма примет нас, то тогда и в этом случае, если эта атма примет нас, то тогда мы сможем узнать. И в этом случае Параматма, она откроет нам свою мистерию не перед этим. И вот, так или иначе, я не могу понять, что такое Апракрита Гуру Вайшнава Тасава, как это возможно. И также я начал с этой шлоки. Например, мы хотим прийти к настоящему садгуру. Сейчас, конечно, много сомнений в этом. Очень много вопросов относительно садгуру. И не все могут представить, как это понять. И вот мы должны понять садгуру и асадгуру татва. Если мы не поймем, то в этом большая проблема. И вот я уже сказал об этой шлоке. Вот то, что это ачинтья, оно непостижимо, но все же возможно. А как? А тогда, когда мы оставим наши попытки узнать Генан, вот как говорится в этой шлоке. И вот в этих трех мирах нет никого, кто бы мог познать тебя. Брахма говорит в 10-й песне: «О Господь, прости меня, я совершил великое оскорбление, я хотел измерить тебя». Я хотел своим умом познать тебя, но не смог, прости меня. Ты дал мне хороший урок. И вот я получил урок в своей жизни, и сейчас я хочу рассказать чувства моего сердца тебе, о Господь. То, что с сегодняшнего дня я никогда не буду пытаться использовать свой ум, разум для того, чтобы понять тебя. Вот Сугьена Праяса Мудапаси Намантеева. Только я предамся тебе. Намаха. Это слово намаха, на значит нет, нишеда. Но значит нишеда ген. То, что нишед, намаха, на значит аханкар. Когда мы оставляем наше ложное эго,
и мы откидываем его очень далеко, это ложное эго, чтобы у нас не было, чтобы это ложное эго не смогло вернуться к нам. Я хочу только предаться твоим лотосным стопам и находиться рядом с Гуру Вайшнавами. А почему? И благодаря тому, что Гуру Вайшнавы, они постоянно говорят Харикатху, и мы хотим поэтому находиться с ними. И те, кто хотят, не хотят, и вот смотрите, все время умственно, и если физически невозможно как-то иметь какое-то отношение с вайшнавами, то в уме, по крайней мере, мы всегда должны помнить о них. Брама, наш Джагадгуру, он говорит, «Гены паясаму дапасся намантаева», «Я хочу жить так». Я хочу находиться рядом с Гуру Вайшнавами, чтобы они совершали санкиртан, совершали харикатху, и слушая этот трансцендентный звук, я смог станестхитаха, Вишвана Чакравартипад говорит станестхитаха, значит садогон стахатестхита. Мы должны находиться рядом с Гуру и Вайшнавами, а просто уединяться в каком-то уединенном баджане нету толку. И вот наш ум, тело и речь, мы должны предаться полностью Гуру Вайшнавам. И мы хотим находиться с Гуру Вайшнавами, чтобы слушать Харикатху постоянно. И если мы сможем вести свою жизнь таким образом, то тогда, несомненно, на 100% мы сможем понять мистерию этого трансцендентного мира, мы сможем понять это. Как вот в Дживан Лиле Нарады Махараджа можно видеть такой пример. По милости Гуру Вайшнавов это возможно, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Я буду говорить об этом, хотя тема сегодняшнего дня, она другая, но и вот Шрила Прабхупад, его уникальное ачарьятва, уникальная миссия. Я также буду обсуждать наше неверие в Гуру Вайшнавов и Бхагавана и Шрилу Прабхупаду. Это сегодняшняя тема. И вот Гуру Вайшнава Санга, она очень важна. Я хочу очень глубоко сказать об этом, но, возможно, времени мало или еще чего-то не хватит. Но смотрите, если вы вообще сможете получить дикшу от Садгуру, поскольку Садгуру очень редки, вы не сможете понять Садгуру. Я могу говорить о Садгуру, но майя, она не позволит вам понять правильно. В этом главная проблема. И вот если вы получили посвящение от Садгуру, пытайтесь понять очень внимательно, например, вы достаточно удачливы, чтобы получить дикшу от Садгуру. И какова процедура дикши, это уже от вас. Не все знают об этом, если буду рассказывать, это долгая история. Много раз я уже говорил, что если Садгуру настоящий Садгуру, а ученик обманщик, то в этом случае дикша не случится в вашей жизни. Или если вы хотите получить дикшу с достойного источника, но вы но не получается найти вас достойного гуру, то это не может быть, поскольку если вы достаточно искренни, то обязанность Баладева отправить садгуру вам своими собственными усилиями вы не сможете достичь садгуру. Единственное, что вы должны сделать, это развить вашу искренность на 100%. Никакого лицемерия не должно быть в вашем сердце. И вот,
Если вы день и ночь думаете о том, где же найти Садгуру, вот я также искал Садгуру, никто не вел меня, а сердце мое подсказало, где я могу найти Садгуру. И вот если вы даже получили посвящение от Садгуру внешне, если, конечно, есть совершенная дикша, то проблем никаких нет и вопросов не возникает. Но смотрите, если Садгуру есть и ученик предан на 100% ему, то тогда что еще говорить? Дивья гьяна, она явится и проявится в сердце этого ученика. И вот такова процедура дикши. И поэтому Шрила Прабхупад спрашивал, какую дикшу вы получили, что до сегодняшнего дня у вас нет дивья гьяны и какие-то сомнения о каких-то основных вещах, которые мы не можем ожидать от преданного, который получил посвящение несколько лет назад, и какова же была процедура дикши, которую вы получили в этом вопрос. И сейчас я хочу сказать о очень важном, даже если вы получили посвящение у Садгуру, но вы находитесь в какой-то изоляции, не получаете сатсангу ни в уме, ни ментально, ни физически. Физическая садусанга, она тоже поддерживает умственную. Физическая санга – это не материальная санга. Если я скажу, что… Смотрите. Опять же, если физически находитесь рядом с саду, а ум ваш, он отсутствует, то толку от этого нету. Поскольку если ум с вами не кооперируется, то все, что вы физически делаете, толку от этого нету. И любые другие материальные действия тоже, не говоря уже о саду-сангу. И вот в уме физически, если вы не обретаете сатсангу, только получили посвящение, то Шрила Прабхупад говорит, что те, кто приходят ко мне, чтобы получить харинам дикшу, и просят, то просят меня дать харинам дикшу, и это моя просьба к ним. Вы пообещайте мне, что вы будете совершать харибаджан. Пообещайте мне, вы уже пообещали мне, что вы будете совершать харибаджан, но сейчас вы обманываете меня. Почему? Вы пообещали мне, вспомните, поскольку Кришна Намадон, Харинама Санкиртон, Кришна Нам и мантра, они это сокровенное сокровище, вы относитесь к этому как к чему-то дешевому, что думаете, можете получить это от любого гуру. Конечно, есть такие гуру, которые харинам и дикшу и саньясу дают, и все сразу в первый же день, но это не наш путь. Шрила Бхактивинода Тхакура 150 лет назад, он видел это, и он видел какие-то негативные вещи, которые произойдут. И что я хочу сказать, это очень важно, даже если вы получили посвящение у садгуру. И вот если вы получили посвящение у садгуру, но не получаете общение с гуру и вайшнавами, то в этом случае ваша дикшина бесполезна. Она так пропадет, исчезнет. Вы, может, дикшу получили, но ментально, в уме и физически не совершаете сатсангу, то такая дикша пропадает. И вот если кто-то так получил дикшу, то что толку от такой дикши? И вот Шрила Прабхупад говорил, что вот те, кто уходит, но такие люди потом могут заявлять, что они получили харинами дикшу от самого Шрилы Прабхупады. И поэтому Шрила Прабхупад был вынужден сказать, что те, кто приходят в Гаудия Мат, чтобы злоупотреблять божественным знанием, которое есть в этом Гаудия Матхе, но и такие люди не имеют никакой связи с Гаудия Матхом, и Гаудия Матх тоже не имеет никакой связи с такими людьми. Но такие люди, можно видеть, иногда часто заявляют, что они имеют связь с Гаудия Матхом, но на самом деле у них нет ее. И главное, что вы должны понять, что если вы получили дикшу от Садгуру, но после дикши
вы не физически, не в уме, не как сатсанга ваша не происходит, вы изолировались на каком-то, например, отдельном острове, ну, пример такой абстрактный, то в этом случае ваша дикша, она заканчивается, пропадает. И в то же самое время, если вы получили настоящую сатсангу, и вот если вы получили настоящую сатсангу в уме, физически, и ваше умонастроение позитивно, и даже если вы только харинам получили от какого-то садгуру, может быть, то тогда благодаря вашей сатсанге, эта сатсанга настолько могущественна, что это может дать вам особое представление о самбандхе, абиде и прайоджангьяне. Я не говорю, что вам не нужно получать дикшу. Я никогда такого не говорил. Но вы должны получить дикшу от садгуру, то есть на 100%. Без дикши это невозможно избавиться от материальной обусловленности. Поэтому Рагунат Дас Гасай много раз говорил в этой стотре. И вот, вот эта шлока. Мы должны получить дикшу, поскольку обусловленная душа, она не может избавиться от связи с этим материальным миром и моей, и дикша должна быть. Те, кто имеют стопроцентную веру в Гуру Вайшнава, в Харинам, согласно их прежним самскарам, например, кто-то, у кого-то, ну, это редкий случай достаточно, имеет непоколебимую веру в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Стопроцентная вера – это значит стопроцентная вера, а не 99,9 или даже еще больше, точнее, меньше 100. И вот если какой-то недостаток такой непоколебимой твердой веры, то тогда большая проблема в этом случае. И вот стопроцентная вера, если у нас есть Гуру Вайшнавов и Бхагавана, то в этом случае в читании Чайтамрити говорится. И вот в читании Чайтамрити такая сиддханта приводится. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что если вы, у вас есть стопроцентная вера в Гуру Вайшнавов и Бхагавана, и поэтому здесь описывается, что харинама более чем достаточно. Шабари, у нее не было посвящения, у нее только Рамнам был. И я могу много других случаев показать. Парикшит Махарадж, не было у него посвящения такого прямого, но он получил посвящение через Бхагавад-катху, поскольку Бхагавад-катха значит Сакшат Кришна Эвахи. Шримад Бхагаватам – это Сакшат Кришна Эвахи, когда Шукадев Госвами, он говорил Бхагавад-катху, то каков результат слушания этого самбанта, абхидеи и прайоджана и према. И вот здесь описывается, что Шримад Бхагаватам Махапурана, Сичитания Махапрабху, говорит вот такие слова. Махапрабху подтверждает. И вот Махапрабху подтвердил, что Шримад Бхагаватам Махапурана – это наивысшее свидетельство, и можно принять ее без всяких сомнений и без сатсанги. Без сатсанги даже наша дикша, она не валидна, она может исчезнуть. Хотя, может, мы ее получили, харинам и дикшу получили от какого-то садгуру, но слушая харикатху от садгуру и вайшнавов, это очень и очень могущественно харикатха, что слушая ее, вы, вся процедура дикши, она может явиться в практическом виде в вашей жизни, это возможно. Но вы такую должны слушать харикатху, а не какие-то лекции. И также
Из Упанишат мы находим такие слова. Сейчас во всем мире Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «О, люди, вы можете пройти по всем мирам, по всем странам и континентам, по всем государствам, городам и селам и деревням». Different cities and villages. There is no surety that you can meet with a genuine soul. Пройдя через все это, вы нет никакой гарантии, что вы встретите подлинного саду. Бхактивинода Тхакур говорит об этом. Я скоро опубликую книгу на английском, на Бенгали. Лет 15 назад уже опубликована. И вот Махарадж опубликовал лет 15 назад редкую книгу Шрилы Бхактивинода Тхакура, и там можно найти некие особые вещи. Вот Шрила Бхактивинода Тхакура там пишет, что нет никакой гарантии, что вы обретете. И если вы достаточно удачливы, ваши предыдущие самскары хороши, то тогда, так или иначе, вы сможете обрести садусангу. И тогда, если вы осознаете, что это подлинная сатсанга, тогда это хорошо. Если вы не поймете саду, поскольку может быть очень, жить очень просто, а многие люди хотят быть обмануты, поэтому они обманываются. Если какой-то саду, как Горки Шодас Бабаджи Махарадж, то кто поймет его? Будут думать, что он просто сумасшедший, что у него нет учеников никаких, не проповедует широко, и буду думать, что Бабаджи Махарадж такой бесполезный, но это глупо. И вот вам Шивадас Бабаджи Махарадж, но рождение за рождением мы ожидаем, когда мы можем обрести пыль с лотосных стоп таких парамахамс. И вот смотрите, сатсанга, она может дать нам великий успех. Но если это настоящая сатсанга, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, путешествуя по различным странам, местам, о, люди, нет гарантии, что вы на 100% обретете общение с саду, сатсангу. Это очень редко. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, саду, вы не можете ожидать, что получите, найдете саду в каждом городе и деревне. Нет, саду из очень редок. И Туласи Дас также говорит очень прекрасно. И вот что это значит? Некоторые думают, что если у них есть деньги, они могут купить сатсангу, но нет. Кто-то, и вот сегодня я был в Нрисимхапале, хотя времени не было, но все же я вынужден был по какой-то причине пойти туда, и там какой-то саду поймал меня, сказал, что я должен там харикатху говорить, и вот он начал говорить, чтобы я остался, и что ж... А вот этот саду сказал, что организует дорогу Махараджу туда-обратно, чтобы он приехал. А Махарадж сказал, что наоборот, он сам ему может заплатить, чтобы тот слушал харикатху. А просто какие-то пожертвования давать, это не совсем хорошо. И вот, Махараджу, в общем, пригласили так или иначе в Гаудиаматх, в Нарисимхапале, там будет харикатха в день Нарисимхапале после обеда. И вот какие-то люди, которые полагаются на свои деньги, то этого мало. Туласидас говорит, только по милости Верховного Господа мы можем обрести настоящую сатсангу. Без милости Рамы. В этой шлоке можно Раму истолковать как Балараму. Это тоже Верховный Господь, только в любой
в другой лиле. И вот без милости Верховного Господа нет никакой гарантии, что мы обретем сатсангу. И вот в этой шлоке говорится, что саду-санга – это корень любви к Кришне. И вот если кто-то сомневается в трансцендентности гуру вайшнавов и Бхагавана, то как это возможно? И кто-то видит, что гуру вайшнавы и Бхагаван, они находятся в таком же материальном теле, которое похоже на наше, и что их помещают в самадхи. Если самадхи раскопать, то там можно найти их кости. То как это показывает, что это апракрита? И вот Шрила Прабхупад говорит, что не приняв прибежище у садгуру, мы не можем понять апракрита татвы. Ашрой значит подлинный ашрой, подлинное прибежище. Шрила Прабхупад говорит, без подлинного прибежища у лотосных стоп садгуру мы не можем начать даже харибаджан, что говорить о каких-то сложных татвах, сложной сиданте. Я не говорю об этом. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, Гуру Чаран – это трансцендентный прозрачный медиум, через который можно видеть, что и что в трансцендентном мире. Не так, что из-за своих личных персональных усилий мы сможем взять и увидеть какие-то глупые люди. Хотели спросить у Шрилы Прабхупады, видел ли тот Верховного Господа? Шрила Прабхупада сказала, а какое ваше дело? Если я видел Верховного Господа, то какое благо получите от этого? Или не видел еще, то вам какое дело до этого? Хотите вы его увидеть или нет? Вот в этом главный вопрос. А вы спрашиваете меня, видел ли я его, я не буду вам ничего отвечать. Вот если вы хотите увидеть или нет, в этом главный вопрос. И Шрила Прабхупад сказал, что если я видел Верховного Господа, то какое вам дело, или не видел, то тоже какое дело. А хотите ли вы увидеть его? И много тысяч людей в мире, они приходили, чтобы получить посвящение в различных обществах. В Гаудемат, конечно, далеко не все приходят, и далеко не все видели Гаудемат, и не могут прийти в Гаудемат. И вот различные общества, они получают посвящение там, и так или иначе. Но они не понимают значения, что такое посвящение. И Шрила Прабхупад говорит, большинство людей, если не 99,9%, если не больше, я хотел бы сказать 100%, но все же какую-то надежду оставляю. Конечно, есть какие-то искренние люди, и вот Шрила Прабхупад говорит, что они приходят, чтобы получить посвящение, но не понимают, что такое посвящение, как принять его. А каковы же последствия принятия прибежища, посвящения у садгуру? Если в вашем сердце, если вы заявляете, что вы получили посвящение 30 лет назад, но божественное знание не явилось в вашем сердце, то где же доказательства такого посвящения? И вот вопрос в том, что не приняв ашрая, прибежище у лотосных стоп садгуру, это очень редко. И понять апракриту татву очень тяжело гуру вайшнавов. И вот гуру татва, мы должны слушать долгое время о сокровенной гуру татве.
я уже говорил о ней последних лет пять, много говорил о Гуру Таттве, вы можете слушать записи. И вот Санатан Госвами, он дал наивысшее определение Гуру Таттве. Крипа Синду Сусампурна. И вот все сомнения, которые есть в нашем сердце, Садгуру, он может рассеять все наши сомнения, а мы глупые люди, что не понимаем всего величия и значения Гуру Таттвы. Шрила Прабхупад говорил, что если мы не поймем Гуру Таттвы, то тогда мы не сможем войти на путь Харибаджана. А если мы не сможем вот, понять эту Гуру Таттву, не сможем ее осознать, полностью принять, то никогда за все свои бесчисленные жизни не сможем получить Бхагавад Даршан. И поэтому Гуру Даршан вот, – первое и наиважнейшее. И вот вопрос в том, был ли Гуру Даршан в вашей жизни. И почему вы, если был, то зачем вы, у вас такие сомнения возникают? Гуру Даршан, те, кто настоящие саду, я могу об этом долго говорить под руководством Шрилы Прабхупады, делая акцент на этой теме о Шриле Прабхупаде и его уникальной Ачарьятве. И вот мы находим, Шрила Прабхупад говорит, что не поняв Гуру Таттвы, поскольку Гуру Таттва, она может помочь нам понять все трансцендентное. Только Гуру Таттва, только Гуру Дев может помочь нам понять все сокровенное о Гуру Таттве, чтобы у нас не было возможности сомневаться в Гуру Таттве. И вот сейчас Шрила Прабхупад говорил, подлинный Гуру Вайшнав, настоящий Вайшнав, настоящий ученик, он всегда видит Гуру Таттву везде. Куда бы ни смотрел настоящий ученик, он видит своего Гуру Дева там. Вы не понимаете, наверное, что я хочу сказать, это естественно. И вот, куда бы вы ни смотрели, вы должны найти Гуру Дева, видеть Гуру Дева везде. И тогда я пойму, что вы настоящий ученик. Я знаю, что многие станет неудобно, но что делать? Я не хочу обманывать вас. В тот день, когда я обнаружу, что вы видите Гуру везде, Гуру значит Ананта Дев. Гуру не значит какое-то тело из плоти и крови. Вчера я говорил об этом, что многие олицетворяют Гуру с телом с каким-то телом, с каким-то телесной концепцией олицетворяют Гуру. Это их Гуру Даршан такой. И вот я могу вернуться к случаю из жизни Шрилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа, когда Шрила Бхактидайте Мадхава Госвами Махарадж являл лилу болезни, и вот он лежал в своей постели, и вот, в общем, он болел, и его перевели в госпиталь, и вот к кислородному этому аппарату подключили какие-то, пытались как-то его излечить. И вот два ученика, глупых ученика, пришли получить даршан Гурудева. Они пришли и снаружи смотрели, и один глупый ученик другому ученику глупому говорил: смотри, Гурудев настолько болен, так страдает. И смотри, вот здесь там кислород подается, здесь испражнение уходит с этой трубки, а вот здесь через эту трубку его кормят, через эту там еще что-то делают.
Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж слышал все это и плакал, как ребенок. И это зовется так называемый Гуру Даршан. Итак, некоторые воспринимают гуру как материальное тело. Это их такой гуру даршан. Но что хотел сказать Шрила Прабхупад? Я все время говорю, Шрила Прабхупад, если вы хотите совершать баджаны, вы должны понять учение Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад научно все объяснил и представил нам, и мы настолько удачливы, что мы находимся в его преемственности. И Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока мы имеем связь с Анантадевом, это хорошо. До тех пор, пока у нас есть связь с Анантадевом, это хорошо. И в тот момент, когда мы потеряем нашу связь с Анантадевом, то тогда различные неудовлетворенности, вожделения, сомнения и прочее придет, чтобы убить нас. Различные эти проблемы придут, чтобы убить нас. И как же, и вот в тот момент, когда мы потеряем нашу связь с Гурудевом, в тот самый момент, когда мы потеряем связь с Анантадевом, то тогда мы буквально попадем в океан страданий, в океан майи. И вот Шрила Прабхупад говорит всегда, везде, Сат-Шишья, подлинный ученик, он всегда и везде видит Гуру Татву. Всегда и везде. Шрила Бхактивинода Тхакура в киртанах пишет в более таком тонком, изысканном виде. Шрила Бхактивинода Тхакура описывает даршан Парамахамсу. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура возносит молитвы Намо Прабху, святому имени. Без Харинама Шрила Бхактивинода Тхакура не может видеть ничего, ничего кроме Харинама. Это состояние Парамахамса. И кто-то видит какие-то плохие вещи, но Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что во всех этих 14 мирах, куда бы я ни смотрел, я не вижу ничего, кроме Харинама. Везде я вижу Харинам, куда бы я ни глянул. В воде, в небесах, везде, там и здесь. Вот сейчас вы пытаетесь понять, каково ваше положение, каково мое положение, его положение, наше положение. И вот вначале мы должны обнаружить свое нестабильное положение и попытаться возвыситься на такой уровень с помощью сатсанги. Только с помощью сатсанги мы можем возвыситься. Кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, как это возможно. Совершить шаранагати и войти в Бхагават Даму, как Шрила Прабхупад спросил, а почему же нет? Это самый простой путь в вашей жизни. Это шаранагати. Шрила Прабхупад говорит, шаранагати. Это естественно. Это естественно, что оно есть. Это естественное состояние души, хотя вы так много всего делаете, стремитесь к имени, к славе, так ради этого так много всего делаете, но вы не знаете, что шаранагати – это самое простое, но вы думаете, что это сложно. Почему? Шаранагати, оно естественно, но вы думаете, что сложно. Почему же так происходит?
Вы думаете, что жизнь очень... имеется в виду жизнь, которую вы живете, она гораздо сложнее, а шаранагати — это очень простой путь. Но вы думаете о том, как же предаться на 100%, как же войти на этот путь преданности. И вот суть в том, Шрила Прабхупад говорит, например, я хочу изучить, как плавать. И вот когда мы начинаем это плавание изучать, то но те, кто учится плавать, они иногда наглатываются воды, и проблема в этом. И этот учитель, тренер говорит, что вот возьмите... Ну, как-то он, в общем, помогает плавать. И такие ученики его становятся способными плавать. И вот Шрила Прабхупад говорит, когда вы изучаете, например, плавание, то естественно, что вы иногда нахлебываетесь воды, и когда вы входите в апракрита, трансцендентный мир, то это естественно, что вы страдаете. И тем же временем, если вы потеряете ваше терпение, вашу веру, то тогда еще хуже будет. Все пропадет, и вот стопроцентно мы должны иметь непоколебимую веру и продвигаться. Я пример приводил пару недель назад. Вот и чтобы изучить грамматику, например, если мы будем спорить со своим учителем, что кто сказал, что это то или то, то это глупо. То есть мы должны принять то, что он говорит, что буква А там А называется, Б это Б, а не спорить об этом. Если вы будете спорить, то тогда ничему не сможете научиться. Поэтому минимальная вера хотя бы должна быть у вас. Без минимальной веры, если вы придете на путь баджана, это проблема в вашей жизни будет. И поэтому хотя бы минимальная вера должна быть, и тогда гуру вайшнавы, они помогут вам продвигаться. И вот сейчас я приведу пример, через который вы поймете внешне. Вы можете видеть гуру вайшнавы в этом материальном мире. Я буду продолжать эту дискуссию под эгидой, рассказать о славе и увеличии и уникальности Шрилы Прабхупады. И вот я вынужден привести такой пример. Поскольку кто-то думает, что тело гуру вайшнавов состоит из крови и плоти, как и нашей, также иногда видим, что гуру вайшнавы иногда болеют, как это возможно. Они такие же, ну, кто-то может подумать, что они такие же, как мы. И вот, чтобы развеять эти сомнения, я пример приведу. Однажды один офицер сидел в своем офисе и писал письмо брату своему. И вот после того, как он закончил писать письмо, вот сейчас проще. Сейчас проще с этими, со связью. И вот Махарадж однажды был в одном матхе и видел какие-то саньяси, ачарья с 4 утра уже по телефону разговаривают. И вот в то время с этого примера, вот еще во времена Махараджа письма писали, а письма очень хороши, поскольку оно открывает мягкое сердце. И вот любые письма, написанные Махаджаном, любым Махаджаном, великой душой, это подобно учению для нас. И мы можем изучать письма Шрилы Прабхупады,
письма Шрилы Пури Госа Махараджа, Кешава Госа Махараджа. И вот письма, написанные им, это они вкладывают в них свое прямое чувство, очень много силы в них. И вот смотрите, в то время этот офицер писал письмо, и тут к нему знакомый пришел встретиться с ним и сказал: письмо пишите, да, кому, брату пишу. И вот они еще там поговорили, и этот человек, когда уходил, он, этот офицер попросил бросить письмо в этот почтовый ящик. А кому вы письмо написали? Брату. И вот он посмотрел на адрес, там написано Сумит Чаттерджи, Алипурская центральная тюрьма, Калькатта. И вот он удивлен был, что ваш брат в Алипурской тюрьме. Да, да, там. А что, что случилось вообще? Что он, этот разбойник, преступник? Не-не-не, он там работает этим тюремщиком. Тюремщиком этой тюрьмы. И, о, правда. И вот смотрите, внешне выглядит, что этот тюремщик живет в тюрьме. И эти заключенные тоже в тюрьме, вроде как в одном месте они находятся, но нахождение заключенных в тюрьме – это одно, а тюремщика – это другое. Он как бы там командует этой тюрьмой. И сейчас тоже можно подумать, что гуру вайшнава, они тоже в этом мире живут. Тоже в тело их тоже вроде из плоти и крови состоит, и как понять, что они трансцендентные? И вот Рупа Госвами Пад в этой шлоке говорит, что мы должны пытаться понять, иначе мы потеряемся в этой бесконечной вселенной. Мы должны понять это гуру вайшнавы. Они рождаются в этом мире, и Кришна также рождается в этом мире, но разница есть между ними. Я могу объяснить это день за днем. Гуру Вайшнавы, они также рождаются, но они совершают баджан, показывают путь материальным людям, и также на поле боя Курукшетры. Я могу показать из Бхагаватам, Питамаха Бишма говорит, когда я метал стрелы одну за одной, также я и вот, Экайдан Кришне говорит, что я когда попадал стрелами в тебя, я видел, что кровь, ты хотел защитить Арджуну, но стрелы в тебя попадали. И вы обещали, ну, имеется в виду, Кришна обещал, что никакого оружия не будет использовать, но сейчас, чтобы пролить милость на меня, вы прыгнули спрыгнули с колесницы Арджуны и взяли это сломанное колесо и кинули в меня. И вот хотя Кришна обещал, что никаким оружием не будет пользоваться во время этой битвы на Курукшетре, а Бишма сказал, а я заставлю вас сделать так, чтобы вы взяли оружие в свои руки, и кто же тут проиграл? Кришна, поскольку вот он вынудил его взять сломанное колесо в качестве оружия. И вот в лилах Кришны также, когда Кришна играет с пастушками, то часто проигрывает, и поэтому возит Шридама, например, на своей спине. И вот в качестве наказания вот Кришна возит Шридама на своей спине, и Шридама сидит на нем и ногами еще и погоняет
бьет Кришну по его груди. И поэтому я говорил о Кришне, что он непостижим, еще и Ачинтья. Слово «Ачинтья» значит «непостижимо», но не совсем. А «Ачинтья», конечно, имеет такое значение, и есть еще другое значение. «Ачинтья» значит не только «непостижимо», а также «Ачинтья» значит, что есть такое. Есть такой уровень, достигнув которого вы можете играть с Кришной, даже можете ездить у него на спине, как Шридам. И это непостижимый уровень, и поэтому этот уровень премы. Ачинтья не значит, никогда вы не осознаете, не достигнете Кришны, нет. Вы должны ждать, совершать баджан под руководством Апакрита, гуру и вайшнавов, и в тот или иной день вы сможете войти на путь настоящего баджана, как Мадхавендра Пурипат, Ишвар Пурипат, как Шрила Прабхупад, и тогда вы будете плакать и повторять Харинам. И когда же мы достигнем такого состояния, что мы будем воспевать Харинам, и слезы будут катиться у нас из глаз, и мы увидим, что весь мир пуст без Говинды. И когда эта ситуация явится в нашей жизни, и вот в этом киртане описывается чувство Шрилы Бхактивинода Тхакура, и мы должны петь его. Это Сидха Лаласа. Он описывает огромное желание Шрилы Бхактивинода Тхакура достичь этого уровня. И вот народом Тхакур, Бхактивинода Тхакур, они своим примером показывают нам, как мы должны молиться. Но мы говорим, что у нас нет времени воспевать киртан, но есть время спать по 8-9 часов. И есть по 4 раза в день, но киртанов воспевать некогда. И вот есть люди, которые Деви поклоняются. И вот в Махарадж детстве слышал такой киртан. Этот поклонник Деви, Кали, а мы Гауди, мы подлинные шакты, мы настоящие шакты, поскольку мы поклоняемся Радхаране, они не настоящие шакты, они эти такие теневые шакты. И вот Рампрасад звали этого человека, и вот он пел красивые киртаны, но и вот такие слова были. О, мать, у меня есть время на все, только вот тебе баджан некогда совершать. А я не говорю вам, чтобы вы Деви баджан начали, нет, я просто шучу. И вот даже сейчас во время этой самоизоляции люди тоже находят время для разных дел, но баджанам некуда заниматься. А мы должны слушать и говорить харикатху, чтобы не было никакой самоизоляции в нашем сердце. Харикатха и харикиртан, они защитят нас. И вот Пита Махабишма говорит,
иногда мы, о Кришна, иногда мы видели, что кровь исходит из твоего тела, из Шри Чайтаньи Махапрабху тоже можно пример привести. И вот Шри Чайтанья Махапрабху внутри Гамбхиры, он хотел ночью выйти, чтобы встретиться с Кришной. Махапрабху был в Брави Радхарани, и как же выйти оттуда? Там все закрыто. И еще три стены с этими оградами. Потом три двери еще. И чтобы выйти, надо было пробраться через все это. И вот это чувство Рагунатх Даса Гасая. И вот Рагунатх Дас Гасая пишет, что как удивительно, что три эти двери, они все закрыты на замок. Никто не может выйти, и также большая стена. И Рагунатх Гасай говорит, о, и вот три эти двери закрыты, кто же откроет? Никто не откроет, все закрыто ночью. И есть огромная стена еще, которую невозможно перепрыгнуть или перелезть вокруг этого здания. Но все же Махапрабху, он как-то выходил, несмотря на все эти три двери, три замка и три стены. И потом его находили среди этих арийских коров. Эти коровы, они облизывали тело Махапрабху и вдыхали его аромат трансцендентного тела. И иногда Махапрабху говорил, что я не могу выйти, как же выйти? И тогда Махапрабху внутри этой маленькой Гамбхиры, он бежал и врезался в стену, и можно было видеть, что кровь истекла из него. И, ну, что это значит? Что Махапрабху материален? Что это значит? Что Кришна материален? Вот сначала нужно прояснить это. И вот день за днем я буду обсуждать это. Это материальная концепция об обусловленной душе. Я видел много людей, они поклонялись Нараяне, они не могли до Кришны достичь. Но, по крайней мере, по праздникам Нараяне поклонялись. Сатья Нарайна Пуджу организовали. Я имею в виду, у них какие-то желания были, и вот они организовали эту Сатья Нарайна Пуджу, и через эту пуджу они просили Нарайну, чтобы он исполнил их желания. И вот список желаний давали, что нужно то и то сделать там. И вот, ну, в общем, они эту Сатья Нарайна Пуджу организовали для каких-то этих, ну, чтобы помог им по делам, по жизни, и чуть почему-то там. Но смотрите, если вы совершаете Сатья Нарайна Пуджу, и Сатья Нарайна не исполняет их желания, то завтра они говорят, что это Митья Нарайна, ложный Нарайна. Если сегодня они говорят, что это Сатья Нарайна, то завтра, если Нарайна их желания не исполняет, то они говорят, что это ложный Нарайна. Таково их материальное представление. Как кто-то предлагает Нарисимхе 20 килограмм параманы, и потом, когда проблемы какие-то возникают, вспоминают, что он Нарисимха, мы тебе 20 литров параманы предложили, давай помогай. И это, к сожалению, такая сева.
людей, которые вот предлагают что-то Господу с надеждой, не с надеждой, даже с требованием получить что-то взамен. И до тех пор, пока у нас будет связь с трансцендентными гуру вайшнавами, то тогда никаких проблем не будет. И хотя мы пытаемся совершать баджан, но не получается у нас. Вначале мы должны эту проблему решить, как это возможно, что гуру вайшнавы и Бхагаван, они трансцендентные, и как понять, что и что. И вот в начале всего мы должны очистить наше сердце, не должно быть там никаких желаний, никаких сомнений, никаких склонностей к наслаждению. Трансцендентный Хари Бхаджан, он только возможен тогда, когда мы очистим наше сердце под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху. Читодарпанамарджанам. Если мы сможем очистить наше сердце, то тогда... И вот какие-то преданные спросили Шрилу Прабхупаду, так называемые преданные, почему мы не можем поверить в трансцендентных гуру вайшнавов и Бхагавана и в Махапрасад? Почему? Какова причина? И Шрила Прабхупад ответил очень просто. Шрила Прабхупад сказал: вот такую шлоку он произнес. И вот, что вы поняли из этой шлоки? То есть мы можем есть просад, радоваться ему, но значение просада не каждый может понять. И вот в тот день, когда мы осознаем это, мы сможем увидеть Кришну. Мы можем отправиться в Джайпур и увидеть, как Кришна выглядит. Но это не Бхагавад-даршан. До тех пор, пока мы измеряем гуру вайшнавов и Бхагавана, они могут обмануть нас. Если я хочу увидеть Виграху, увидеть Говинду, то тогда Говинда станет объектом нашего наслаждения. Какие-то богатые люди хотят одурачить нас. Кто-то, вот, например, на стене рисует изображение Кришны, и кто-то в гости приходя может сказать, что этот человек хороший, преданный, вот у него на стене Нарисимха, Радхарани, там Кришна, но это глупо. Почему глупо? Поскольку они столько денег тратят на то, чтобы нарисовать изображение Кришны там, или Нарисимхи, но это не бхакти. Как не бхакти? Что это? Это вообще не бхакти. Они хотят обмануть нас, такие люди. Это они рисуют изображение Кришны или Нарисимхи, или Радхарани ради своего удовлетворения чувств, чтобы утром там пить чай и смотреть на изображение Кришны. Но Кришна — это не такое дешевое. Кришна — это не такое дешевое. Шри Чайтанья Махапрабху — это тоже не что-то дешевое, чтобы можно было так оценить их. Такая оценка не позволяется. И вот, смотрите, гуру вайшнавы и Бхагаван. Мы не можем видеть гуру вайшнавов и Бхагавана до тех пор, пока мы будем думать так, что сегодня, вот, например, мы будем есть такой просад, то это не просад. А когда я буду говорить об Упадишамрите, я покажу, что Шрила Прабхупад говорит, что наше принятие просада в доме какого-то богатого человека — это один из видов удара веги.
это и этих удовлетворения чувств. Может, мы знаем, что там, например, много чего вкусного приготовят и будем наслаждаться этим, то это не совсем просад. Вот, например, дикшу давно получили, и какой просад едите? Хотя вот в Упанишадах говорится, что служением просада, просаду можно завоевать весь мир. А если вы до сегодняшнего дня не достигли успеха, то как, что за просад вы едите? Просада сева? И Удав говорит: «О Кришна, мы можем завоевать весь мир очень просто. Мы можем победить твою майю, если будем принимать твой просад». И вот, вот ваш аромат. И вот Удава говорит, что я принимаю все, что остается от вас, у Кришны, в качестве просада. Даже одежду и все остальное. И вот Удав, он выражает свое удовлетворение, говорит: «О Господь, очень просто. Служением просаду можно завоевать весь мир и всю майю. Это, естественно, происходит от служения настоящему просаду с настоящим чувством. А мы день и ночь принимаем просад, но не происходит это. И просад ли это то, что мы принимаем? Мы должны подумать несколько раз. И наша концепция, представление, оно тоже материальное. И когда у нас есть вера в Гуру Вайшнава, в Бхагавана, в Набу Даму, то в этой шлоке Шрила Прабхупада цитирует, которую... Те, кто не набожные люди, какие-то грешники, те, кто привязаны при каким-то греховным этим действиям, они не могут развить свою веру в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Шрила Прабхупада цитирует эту шлоку. Те, кто... Но те, кто не набожные, а грешники всякие, они не могут иметь веру в Гуру Вайшнавов и Бхагавана и в Махапрасад. Это естественно, что они так ведут себя. Это наша обязанность развеять их невежество. Но при том, что они хотя бы предадутся, и если они будут спорить с нами, то, что делать, и пускай спорят, но мы должны приводить свидетельства из Писания. И мы также должны помнить, что если Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Он явится перед нами, можем ли мы поверить, что это Верховный Господь, и как мы поверим? Как мы поверим в это, хотя есть какой-то, например, этот колдун может сделать так, чтобы какая-то машина пропала или еще что-то. Вот Махарадж в детстве видел всякие песни Саркары и прочие эти каких, не волшебники каких, артисты, эти маги так называемые, они фокусники, вот фокусы показывали очень реалистично. И вот подумайте о том, что такое пракрита и апракрита. Кто-то может думать, что это какой-то фокус. Если мы увидим, что гуру Вайшнава не могут исчезнуть просто, то мы можем подумать, что они апракрита. А если просто не будут являть лилу болезни, то не поверит никто в это. И вот Бхагаванда с Бабаджи Махарадж в Калне, я был там много раз. И вот он дружил с Горки Шурда, с Бабаджи Махараджем, и вот он совершал там свой баджан, и но сейчас, вот совершал свой баджан, и он ушел в уме и переместился во Вриндаван, и потом взял палку и ходил, кого-то бил этой палкой, и какой-то замендар пришел встретиться с Бабаджи Махараджем и думал, что Бабаджи Махарадж его хочет выгнать. В общем, испугался, убежал, потом
другом каким-то встретился, сказал, что ты мне послал милость Бабаджи Махараджа получить. Я пришел к нему, тут он с палкой на мне накинулся. Но тот сказал, нет, не может быть такого. Нет, вот клянусь тебе, вот взял палку, начал бить меня. Ну, пытался побить. И вот они пришли к Бабаджи Махараджу. Бабаджи Махарадж вообще не знал, что тот приходил. И когда Бабаджи Махарадж, и вот когда они спросили, Бабаджи Махарадж ответил, что в Говинда Мандире этот сад Туласи, и там какая-то коза пришла и начала есть эти туласи. Я взял палку и пошел прогонять эту козу, что правда. И действительно, через какое-то время они узнали, что в то время, в этот день, в Говинда Мандире тоже действительно какая-то коза пошла есть туласи в саду. И вот если Шрила Прабхупад, но некоторых людей есть такое представление, что если вайшнавы не показывают никаких фокусов, то они материальные, а если какие-то фокусы показывают какие-то фокусники, то они трансцендентны. В чем разница между пракритой и апракритой, материальным и трансцендентным? Что вы чувствуете? Как, например, Махапрабху явился перед Чапал Гопалом, но Чапал Гопал не увидел. И потом, когда только он заболел этой лепрой, он по наставлению Гуру Вайшнав осознал это. А до этого Махапрабху каждый день шел принимать омовение в Ганге, и тот его видел каждый день, думал, что он сын нашего соседа Джаганнат Мишра, и ничего особенного. И вот, и поэтому кто может осознать, что это Верховный Господь? Даже если Верховный Господь явится перед нами, то далеко не каждый увидит его. Только тогда, когда Господь он дарует нам возможность видеть его, тогда мы увидим его, как перед Друга Махараджи Кришна Нараяна четырех руки явился, то тогда по милости Нараяны он смог увидеть Падмапалаша, лотоса около Нараяна. И поэтому в Сандарбах Джива Госвами Пад говорит, у Кришны есть бесчисленные шакти, будьте осторожны. Но среди них есть одна шакти, она помогает Господу совершать служение различными способами, как я, например, пример могу привести, один или два, как Шри Чайтанья Махапрабху, например, он танцует перед Радха-ятрой, перед колесницей Джаганнатха. Шри Чайтанья Махапрабху, он танцует перед Санкиртаной. И вот во время Радха-ятры никто не может осознать, что Махапрабху танцует в семи различных группах сад-сампрадая. Никто не видел, только смотрите, два или три преданных они видели. Это царь Пратапарудра, Саравабхаума Бхаттачарья, еще там кто-то. Они видели, что Махапрабху во всех семи группах танцует одновременно. А все остальные видели Махапрабху, что он танцует в каждой группе, но не одновременно. А каждый в этих группах чувствовали, что Махапрабху с ними танцует. И вот все в этих танцевальных группах, они, каждый преданный думал, что Махапрабху танцует только с нами, Махапрабху так любит нас.
но они не знали, что Махапрабху танцевал во всех семи одновременно. И только цари Пратапарудра и Сарабхама Бхаттачарья, Каши Мишра, вот, и, по-моему, вот они только видели. А почему? А по воле Кришны это все происходило, по желанию Кришны, Йога Майя организовала так. И вот согласно желанию Кришны, Йога Майя, она открыла эту мистерию, но я не говорю, что они материальные. Смотрите, они все были преданными, великими, гениальными преданными, но все же у них не было возможности видеть читание Махапрабху в семи группах одновременно. Только Махапрабху открыл это видение вот трем. И Джива Гасай говорил, это зовется Кришна Свапракашита Шакти. Кришна Свапракашита Шакти. У Кришны есть различные виды шакти. Одно из шакти то, что Кришна, он являет себя перед несколькими преданными, не перед всеми. И это зовется Кришна Свапракашита Шакти, самопроявляющаяся шакти. Кришна может явиться перед нами, мы не можем увидеть его, если Кришна не покажет себя нам. И вот таким образом все время мы можем сомневаться. Пытайтесь понять это главное перед тем, как прийти в Харибаджан, перед тем, как войти на путь к Гауди Баджана. Мы должны понять это. Это моя просьба. Пытайтесь понять это. Материальное время, пространство и не имеет никакого влияния в том трансцендентном мире. Материальное время, пространство, оно не имеет никакого влияния на все. Оно, конечно, вот Эйнштейн, он теорию относительности вывел. И вот Эйнштейн, например, он осознал, что материя может быть преобразована в энергию. Это вот в относительности теория. И как это возможно для Эйнштейна подумать об этом? Он был немецкий ученый, но в Индии никогда не был, но как к такому же заключению пришел, который вот в Агамах и Нигамах утверждается, как он это осознал, что все объекты могут быть преобразованы в энергию бесчисленную, бесконечную, огромную энергию, как, например, какой-то миллиграмм урана или плутона в химии. Если у вас есть знания об этой химии, и вот какой-то уран, плутон и прочие эти радиоактивные элементы, если мы сможем преобразовать миллиграмм урана в энергию, то это будет огромное количество этой энергии. И вот на основе этой теории, это и вот, в общем, на основании этого, ну вот это распада, вот в солнце это постоянно, это распад элементов и происходит ядерная реакция в солнце постоянно происходит, и поэтому мы получаем свет и тепло от Солнца. А как для Эйнштейна это возможно было, как он осознал? И поэтому он великий ученый в том отношении, что он понял вот то, что описывается в Писаниях в этой шлоке. Ш
что это Пракрити, она, ну что это материя, она везде находится, и то, что ее можно преобразовать в энергию. И таким образом вот эта теория относительности появилась, и главное в этой теории то, что энергия и материи, они связаны. Я могу доказать это одним примером. И потом переключусь на другую тему. И сейчас я вот покажу вот, о Пракрита, пример с Пракрита Татва. И вот время, место, и там время, пространство и материя. Время, пространство и материя. И вот вопрос у Эйнштейна спросили, что он имеет в виду под временем. Мы хотим получить объяснение. Эйнштейн ответил, время не что иное, как движение. И действительно, и в Бхагаватам также говорится. Кал значит движение, все движется. Мы видим свое лицо каждый день в тилоке, тилок ставим, видим себя в зеркале, но мы не замечаем, что метаболизм происходит, клетки тела рождаются, умирают, меняются каждые часть секунды буквально. И наше тело, оно стареет, меняется. Но когда каждый день мы смотрим, не замечаем. А если мы на свое лицо посмотрим через 5 или 10 лет, то увидим, какова разница. То есть, если посмотреть на свое изображение через лет 5-10, то увидим разницу, а каждый день, смотря, не увидим. И я почему говорю, что Эйнштейн великий? Я потому, что он пришел к тому выводу, что в Ведах говорится. А еще другой, другой индийский ученый, он доказал, что Эйнштейн прав, и вот его уравнение, оно верно, то, что энергия, она, которая освобождается, ну, в общем, это формула, что энергия равна произведению массы и скорости. Ну, в общем, Махарадж говорит об этом уравнении Эйнштейна. И вот это зовется теория относительности. И вот если Эйнштейн говорит так, что время не что иное, как движение, то и вот если опять спрошу Эйнштейна, что вы говорите, что время не что иное, как движение, но вопрос мой в том, кто или что движется. И этот вопрос возникает, естественно. Если время — это движение, то чего и кто движет это? Тогда концепция объекта возникает, наше тело тоже объект. А что хотел сказать Санатана Госвами? И вот относительно этого вопрос материи возникает, и тело это тоже, но из пяти первоэлементов состоит.
И поэтому мы сомневаемся в трансцендентности гуру вайшнавов. И вот вопрос мой в том, что вот, в общем, выяснили, что такое время, но чего движение и как долго оно движется. То есть куда, насколько долго и как долго. Иногда мы слышали какой-то научный термин. Практически мгновенно. И вот ученые, они тоже осознают, что на 100% не каждый может понять. И они думают, что в этой природе мы не можем понять. Иногда мы видим, что практически мгновенно вещи какие-то происходят. Я могу обсудить это в какой-то день. И это применимо к трансцендентному миру. И время, место и обстоятельства, то время значит, как долго, как надолго и кто, какая материя движется. И вот это время, место, вот время, пространство и материя, они все взаимосвязаны. И вот я сейчас математический пример приведу. Не обижайтесь. Например, вы хотите с точки А до точки Б доехать. И вот, предположим, километр с одной точки до другой. И вот и вот на бумаге, если нарисовать. И вот Махарадж приводит пример, что если взять эту лист из тетради в клетку. Там точку нарисовать. If you fold these two paper, then you can find two center point coincide. Вот, и, в общем, если от центра этой бумаги поставить две равноудаленные точки, то если сложить, то эти точки сложить этот лист, то эти точки совпадут. И тогда, если, в общем, если ваша эта бумага ровная, сложить, то увидим, что это совпадет, и это зовется. И время, пространство и материя все связано, но в трансцендентном мире это не связано. Время, пространство и материя, они служат Кришне согласно его желаниям. Смотрите, в трансцендентном мире, во Вриндаване, в Навадвипе, время, пространство и материя, они служат Кришне согласно желанию Кришны. И мы находим, что Кришна сейчас был в Нандаграме, и потом на Радакунде оказался как-то
там 2 километра, да не 2, 25 от Нандаграма, а то и дольше, как это возможно, что Кришна так быстро он достиг. Или Радхарани была на Радхакунде, сейчас в Кусум Сароваре оказалось так быстро, но это глупая концепция, что мы пытаемся посчитать как-то материальным умом. Время, пространство и материя, оно не применяется в Апракрита Даме. Они не смотрят там на часы жителей духовного мира, что 2 часа или 5, им не важно. Время, оно под них подстраивается. Они погружены в севу. Их ум, тело и речь, они полностью поглощены в это служение, и все остальное, все, оно подстраивается под них. Йога Майя все делает, это моя просьба вашим лотосным стопам, прекратите считать. Если вы хотите совершать баджан, то это моя просьба вашим лотосным стопам, прекратите считать, и тогда вы сможете понять. Пытайтесь получить милость чистых Гуру Вайшнавов, и тогда вы увидите мистерию всего трансцендентного мира. Эта вся мистерия, она откроется вам. И поэтому Шрила Прабхупад хотел сказать, что Гурудев — это трансцендентный медиум, трансцендентный прозрачный медиум, через который ученик может видеть все, что есть в трансцендентном мире. Никогда не пытайтесь своими собственными попытками познать это. Вы должны понять эту шлоку. Изучайте комментарии, написанные Вишванатха Чакраватипадом. Мы хотим следовать комментариям Джива Госвамипада, Вишванатха Чакраватипада, Шридас Госвамипада, Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханты Сарасвати. Нам не нужны никакие другие комментарии, в которых всякие ересь говорится и прочие Сиддханта Вирот. И какие-то люди из-за своей гордости пишут комментарии к священным писаниям, не, и это все неправильно получается. Мы хотим следовать Шрили Прабхупаде, Бхакти Сиддханте Сарасвати. И таким образом, когда Валабхачарья, он сказал, и вот, в общем, когда он не хотел следовать Шридхар Госвамипаду, то вот он ответил, что по милости Нарисимхадева Шридхар Госвамипад, он осознал, он по милости Нарисимхадева, это божественное знание открылось ему, а ты не принимаешь его комментарии, насколько горд ты, и поэтому уходи отсюда. И таким образом мы знаем, и вот Шрила Прабхупад говорит, и Шридас и поэтому Нарисимхадев, когда Нарисимхадев явится на моих устах, то тогда Шакти Сарасвати, трансцендентная Сарасвати, она явится, и тогда мы сможем говорить Харикатху, а из-за своего собственного ума мы не сможем говорить ничего трансцендентного. Когда наше сердце, оно погрузится в Кришна Лилу, в Таттва Вигьян, то тогда я смогу говорить Харикатху, а не так, что я могу запомнить какую-то татву и говорить то, что я помню, это не настоящая харикатха. То мы должны говорить то, что осознали, услышали от Гуру Варги.
И когда я вот и благодаря молитве я, ко мне приходят какие-то откровения по милости Шрилы Прабхупады, и я говорю об этом. И вот Апракрита Татва, она о Бхагават Татве, о Вайшнава Татве, мы не можем из-за нашего ложного эго что-то понять лучше, если мы примем прибежище у чистых гуру Вайшнавов, прекратим читать Сандарабхи и прочие какие-то большие книги. Это моя просьба. Вы изучайте читание Бхагавату. Не пытайтесь доказать, что вы великие преданные, и тогда вы не сможете получить милости. Чем больше вы развиваете смирение, когда вы осознаете, что вы очень незначительный человек, кто такой Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, а мы столь незначительное создание в сравнении с ним. И когда Кришнадас Кавираж Госвами говорит, какие-то материальные люди, они говорят, что он говорит о себе, что он хуже, чем червь в испражнениях, то что толку читать его писание? И вот пытайтесь понять, смотрите, каково наше положение, каково положение Кришнадас Кавираджа Госвами. Чем больше мы будем продвигаться в баджане, тем больше смирения будет приходить к нам. Это не какая-то драма. Будьте осторожны. Это не какая-то драма. Это гуру Вайшнавани по-настоящему чувствуют так. Они чувствуют, что они никто. И что же они на самом деле? Если вы поможете мне, то тогда я смогу продвигаться. Если гуру Вайшнавани примут нас как наших близких и дорогих, если Шрила Прабхупад или Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Шрила Кешава Госвами Махарадж примет меня, то тогда я стану успешным. И поэтому в киртанах мы находим такие слова. Если Гурудев будет думать, какие достоинства у нас есть, то вряд ли он примет нас. И вот в этих строках говорится, что у нас должна быть самопредание. Никакого лицемерия не должно быть, а все остальное гуру Вайшнавы, они организуют для нас, верите вы или нет, это зависит от вас. Вы должны предаться и тогда по милости гуру Вайшнавы вы почувствуете, что вся сила, она придет к нам. Я буду говорить в какой-то день об этом. И вот в начале всего мы должны выразить наше почтение. Мы должны быть вечно благодарны Шриле Прабхупаде и никогда не прекращать поклоняться ему и нашей Гурварге. Что говорить еще? Что говорить еще о нашем незначительном положении? Никхила Бхубана Майя Чинна Вичинна Карти Бибуда Бахула Мигьям Мукти Маханта Датри Ситилито Бидирага Радхо Радеша Дхани Биласату Хидинитям Бхакти Сиддханта Бани Ванча Калпадарвасики Басиндивача Патитанан Павана Бхавишна Бьонамана.